на 15 марта наши тяжелые бомбардировщики нанесли удар по железнодорожному узлу и аэродрому Веспрем в Венгрии. В результате бомбардировки на железнодорожном узле и аэродроме возникли пожары, сопровождавшиеся взрывами. В Гольберге наши войска вели бои по ликвидации немецкого гарнизона, блокированного в восточной части города. Противник контратаками пытается удержать подступы к гавани, в которой находятся несколько судов. Советские артиллеристы потопили немецкий транспорт, пытавшийся выйти из гавани. Кроме того, 4 баржи подожжены зажигательными снарядами и потонули. Штурмуя здания, превращенные в узлы сопротивления, наши части очищают от гитлеровцев один квартал за другим. В результате стремительной атаки занято железнодорожное депо, захвачено 10 паровозов и 400 вагонов с грузами. За 15 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 63 немецких танка и самоходных орудия.